Всем привет! У нас новое приобретение. Купили вот такой вот участок. 6 соток. Пока он вот в таком виде. И нам попался на участке еще вот такой вот старый троллейбус, который мы потом уберем. Он полностью заменяет на сегодняшний момент дом. Сейчас покажу вам внутри. Вот такой вот троллейбус. А тут у нас самолеты летают. Так, ничего не течет. Он, конечно, старый. Но на первое время, пока будем строить дом, я думаю, что сойдет. Очень давно хотели купить участок недалеко, в 20 километрах от Киева. Поэтому вот такое. Сейчас я вам покажу, что тут еще есть. Тут у нас дедушка. Тут хозпостройка такая старая. Там яма. Здесь Вера, Женя, бабушка и Барни. Барни в диком восторге. Да. Барни сходит с ума. Вот это все потом со временем уберется. Это кольца, которые остались после колодца. Колодец на 14 колец. Или пока не начинать, да? Потом, смотрите, что у нас тут дальше. Там туалет пока временный такой. Все переделается. Старые деревья. Будет сделан забор. Вот в этом углу будем планировать строить дом. Вот тут. Это все уберется. Здесь будет дом. Здесь построен туалет, душ. Дом будет такого типа, как дача. Ну, то есть не для постоянного проживания, а, скажем, с весны до осени. Ну, вот пока как-то так. Куча работы. Все нужно попилить, убрать. Тут вот старый хозяин пытался поубирать. Вот такая красота. Видели когда-нибудь такой дом-троллейбус? Прекрасный. Верка довольно бегает. Самолеты тут, конечно, сегодня разлетались неплохо. Это у них тренировка. Ну, вот. В общем, как-то так. Постепенно будем производить какие-то улучшения и будем вам снимать, показывать. Всем пока!